Привет, друзья! Вы снова на канале Тактика Победы, и с вами Макс. Продолжаем играть в игру The Brave XCOM. В прошлой серии мы практически прошли основную миссию, захватили фюрера. Но думаю, в этой нам его быстренько сейчас удастся взять. Долго думать не будем, а сразу ему пулю в голову пустим. Нужно добавить огневой мощи. Анджело, снимите его! Всем пора взбодриться. Выпускаю стимуляторы. Глот! И все вот так. Нужно отключить этот щит. Питание идет откуда-то из этих трех гун. Пока нас турель прикрывает, надо уничтожить другую турель. Вот она. Так. По мне стреляют. Нормально так по нам прошлось. И выстрелом мы, я думаю, добьем. Тут нужна ваша помощь. Что я и следовало доказать. Ой. Жестко, жестко. Так, помнится здесь. Ух ты. Здесь сейчас появится мутон. Это я не хочу смотреть. Это я уже видел. Так, сколько здесь? Один фантом. Так, ну мы его сейчас сами снимем. Вот так вот. Так, парни, вы немножко не там сели, потому что здесь появится мутон. Давайте сюда. Ложись! Двигаюсь! Так, ты сюда. Откуда взялся? Я на точке. На месте. Вот блин, гад. Паршивый. Так, у нас тут все восстановилось. Ставим сюда турельку. Вот таким вот углом. Дрон. Вот и дрон, помощник! Осцилляторы всякие. Собрались! Вот и стимуляторы! И все, и понеслась. Есть! Вот он, мутон. Снимаем с него броню. Моя смерть ничего не изменит. Слабьте эту броню. Так, сюда защитное поле. Нужна защитная сфера. Конечно же. Анджело, снимите его. А мину вот сюда. Они подходят. Сейчас. Закладывайте мину. Мина заложена. Алло? Может и нет, но мне будет приятно. И все. Так, кто еще? Здесь добьет его быстренько. Снайпер чужой. Ладно, вот так. Тут нужна ваша помощь. Нет, чтоб проблем больше у них было. Мину сюда носить. Ставь здесь мину. Мину установлена. И соединиться к тебе. Все, валим. Я не стану твоим рабом. Я парень. Сейчас она признает
Так, ну, забыл патроны взять. Носитель? Что это значит? Все за мной. Что фюрер все болтает и болтает. Так, здесь должен приземлиться будет мутон. Он нам нафиг не нужен. Так, оставим людей. Укрыться! Иду! Второй вот туда. Сюда. Все вперед. На месте! Мину, конечно же. Как же нам без минок? Сюда мину. Закладывайте мину! Мина заложена! Я на позиции! Есть! Минус один. И сейчас сразу же ставим пулемет на гнездо. Ставь турель! Турель установлена! Вот у него. Анжела, снимите его! Снимай бронь. С этого чувака. Сбейте его защиту! Так, улучшение. Сюда. Нам пора взбодриться! Щит сюда. Тут нужен щит! Мне нужна помощь! Поднимаю! Я его измотаю! У них броня! Они сняли нашу турель! Есть! Вот и нет мутона. Верно! Я ранен! Запускаю дрон! Давай-ка лечи его. Подними его! Я отвлеку. Его. Сейчас начнется. Он ой, что такое? Как ты такая слепая? Ну тут давай нужна так. Ваша помощь. Понял вас. Приказ отменяю. Полечим всех. Так я и знал, почему он такой лошара. Мне нужна помощь! Я поставлю вас на ноги! Сдвигаюсь! Спокойно! Сейчас я вас подобраю! Щит снят! Теперь порядок! Да что вы? Спасибо! Агент ранен! Я уже иду! Он здесь! Ну давайте! Да как не вовремя. На тебе. Сам взрывайся. Из меня кровь так и хлещет. Не теряем темп. Почти прорвались. Да, немножко осталось, хлопцы. Атакую. Так, мне бы... Так, все, сюда идем. Сейчас я вас восстановлю, подождите. 3 секунды. Вот и я. Все, вперед. Нечего прохлаждаться. Так, там сидит один. Достали гады! Алеоп! Анжела, снимите его! Ах, я ранен! Иди, помогай. Помоги же ему! Помогите мне! Нет! Ну вот уж хренушки вам.
Вот, блин, как так, подох. Агент, подох. Черт, заново что ли начать? Пятый уровень прокачанный был. Обидно. Начнем заново. Ну вот, опять то же самое. Надеюсь, это будет гораздо быстрее и проще. Все, вот так. Нужно отключить этот щит. Похоже, питание идет откуда-то из этих трех бункеров. Сейчас быстро сносим турель. Отключите щит! Рубильники внутри бункеров! Что бегает, бегает. Чё бегает, дура? Раз. Все ко мне. Меняю позицию. Атакую. Так, толпа. Вон там. Вот и я. Есть. Да куда ты собрался-то? Смотрим по сторонам. Валенок. О! Спрячьтесь вон там. Моя смерть. Сюда бегом. Может и нет, но мне будет приятно. Я готов. Минируйте это место. Размещаю дрон. Собрались. Выпускаю стимуляторы. Мина заложена. Сбейте его защиту. Тут нужна ваша помощь. Вверх! Противник! Жаль, что ты не хочешь сбиться. Чтобы освободить тебя, ты придет к славе. Присоединиться к тебе? Вот все. Я не стану твоим рабом. Каждый из нас ко мне. Возвращаюсь к вам. Анжела, снимите его! Я на точке! Носитель? Что это Носить значит? Тебе. Граната! Ложи! Узнай, как управлять своей силой. И стоп! Защиту! Сюда! Уже иду! Оба вот здесь стойте. Меняю точку. Нужно добавить сюда. Огневой мощи. Глот в теле. Тут нужна ваша помощь. Мину, конечно же, сюда. Сюда. Закладывайте мину. Турель установлена. Мина установлена. Сейчас мы махом тут все пройдем. Так, усиливаемся. Нам пора взбодриться. Это мы сломаешь. И вот сюда. Поставьте щит туда. Они в броне. Вот и стимуляторы. Вверх и в сторону. Еще одну мину. Чего ж мелочиться? Ставь здесь мину. Мина заложена.
И еще один выстрел. Вот они! Анджело, снимите его! Чтоб все честно. Ты как так по мне щит залез? По мне стреляют! Так, все здорово пойдет. Этот готов! Так, ты что тут творишь? Тупой как... я не взял что? Так, теперь взял. Снимем кого-нибудь. Тут нужна ваша помощь. Да ё-моё. Перебежчик хрена. Ого. Засело. Корифана сколько. Сейчас будет лучше. Алле-оп. Так вот. Мы тоже так умеем. Так, все за мной. Ходим. Есть, вернуться назад. Сдвигаюсь. Вот и я. Ты откуда это? Командир, вы ранены. Крепко мне досталось. Анджело, снимите его! Так, сейчас восстановимся и уже пойдем брать фьюжи. Вот воду! Вот. Все за мной. Есть вернуться назад! Так. Сюда? Защиту, сюда! Иду! Вот сюда. Да как так? Ладно, пусть будет здесь. Вас понял, начинаю движение! Наш дрон пошел! Глот! Ставь турель. Пушка готова. Минируйте это место. Всем пора взбодриться. Погодите. Понял вас. Приказ. Атакую. Есть. Чисто. Как так? Ну-ка. Быстренько вот сюда. Размещаю дрон. Этому по голове стреляй. Тут нужна ваша помощь. Давайте Фрикс. Глота. Вот так. Нужна защитная сфера. Щит поднимается. Ослабьте эту броню. Стимуляторы сразу. Забрались. А, нельзя фюрера поднять, помнится. Ставь турель. И мину ему под ножки. Ставь вот здесь вот. Мину. Сейчас. Сейчас, мину пока не продолжится. Выпускаю стимуляторы. Вот и все. Ну круто. Смогли завалить фюрера. Все усилия напрасны. Да как так? С руки, блин, разбить ему стекло лобовое. Мы нашли все. Пули не берут, а тут с руки. Накачанная баба какая. Это не проигрыш. Понятно? И все это точно не напрасно. Блин, оговорили взять живым. Вот и взяли. Картер, мы проанализировали данные с базы чужих. Сейчас диалоги будут часовые.
Учитывая количество токсина и структуру водоснабжения страны, следует ожидать, что если их не остановить, 2/3 населения заболеет в течение нескольких недель. Я умею считать. А пока десятки, может, сотни тысяч уже заражены или скоро заболеют. Нам все труднее держать вторжение чужих в секрете. Нельзя, чтобы паника охватила всю страну. Нужно что-то делать и быстро. Так. Мои люди вернулись, это хорошо. Посмотрим, что нам дал фюрер. А что у нас тут еще за операция есть? Так. Направим сюда пару агентов. Они как раз будут прокачаны до конца. Ну, посмотрим, чё нас зовут. О, штаб поменяли. Хорошо, что вы здесь. Надо поговорить. Анжела, как вы теперь, после всего? Фюрер мертв, а Пит... Я уже давно потеряла его. Это было прощание. Мне жаль. Спасибо. А теперь за работу. У нас мало времени. Вы о чем? Мы угадали. Они готовили почву для вторжения. Остальные войска придут через несколько часов. Дней, если повезет. Что еще? Вы нашли уязвимые места, чертежи оружия и все такое? Слабых мест я не вижу. Зато мы знаем все, что знал фюрер о вторжении. Численность войск, размещение. Наши аналитики будут в восторге. Не вполне. Основные силы прибудут сюда через несколько часов. Это тоже важно. Надо эвакуировать людей, пока мы готовим удар по центру. Точно. Тем более Уир еще вычисляет, куда именно мы полетим. Ну, это все неинтересно. У нас. Да. Поговори с доктором. Хорошо. Личный кабинет. Расскажите еще раз, что случилось. Да. Тут что хорошего у нас? Ну, побежали дальше, посмотрим, что тут есть. О, уже броник вешает. Необходимое есть. Бегите с этим к директору и передайте, что я буду в ангаре. Агент Картер, вы я как всегда раз... вовремя. Составили нам маршрут? Да. Я... Второго шанса не будет. И ладно. Сейчас... Странно слышать такие слова от вас. Кое-что можно узнать, только... Не слег... Так вы... Да... Ну, как все как понятно. Очень главное. Так, что там пришелец нам может сказать? Ну что, время пришло. Встречаемся на Мстителе. Что-то хорошее появится. Как с тобой? Какой-нибудь квест побочный. От... Нету? Жаль. Тут что-нибудь есть? Кого-нибудь нету. Жаль, очень жаль. Опять к шефу бежать. Туда-сюда эти бегать не... О! У
вас тут беспорядок. Что происходит? Герр Фольк поручил моим людям разработать особый модуль для Мстителя. У меня почти нет времени на наше открытие. Особый модуль? Я не люблю сюрпризов, док. Не беспокойтесь, это просто небольшая предосторожность. Но в процессе работы мы сделали удивительное открытие. Так что вы открыли, док? Лекарство от лунатизма, то есть потенциальное лекарство. Его еще нужно проверить на людях, но доктор Хара почти уверен. Думаете, что нашли лекарство для лунатиков? Среди прочего, доктор Уир занимается разрушением связи с мозаикой. Вместе с доктором Харой они научились отчасти снимать негативное воздействие инфекции. Какое-то лекарство лучше, чем ничего. Вам нужна моя помощь? Да, доктор Хара просил вас присутствовать при первом испытании на людях. Меня? Я же не врач. Мне неизвестно его соображение, но я бы ему доверился. Если у вас есть время, конечно. Ради лекарства... Ну, конечно, всегда найдется. Вундербар, он в лаборатории готовится. А когда закончите, будьте любезны, расскажите, что получилось. Вы сказали, что улучшаете Мститель. Чем вас не устраивает наша летающая тарелка? Простите, но в этом проекте директор Полк требует полной секретности. Не нравится мне все. Я прекрасно вас понимаю, Вильям. Но Фольк уже видел, как просочились сведения о Мстителе. Пожалуй, в чем-то он прав. У нас обоих много дел. Безусловно. Через пару часов мы определим... Так или иначе. Так, а где этот доктор Хара, мне интересно? Не ты ли? Это Уир. Куда он свалил этот Хара? Ладно, поищем. Так, тут мы все решили для себя. Так, это. А, вон стоит. А, Генрих все-таки прислал вас. Ну, приступим. Чем я вам помогу? Вы здесь врачи, а не я? Мы боремся с инфекцией с помощью медицины, технологии... и психологии. Вы здесь ради последнего. Я рад, что есть лекарство, но не понимаю, зачем я вам нужен. Эта инфекция поставила нас в тупик. Даже когда мы смогли устранить все симптомы, пациент не реагировал на внешние стимулы. У нас есть теория, что для выздоровления нужен психологический контакт с пациентом. Психологический контакт? Как это? Чтобы вернуть больного, нам нужен кто-то, с кем больной был знаком. Мы знаем, что наш подопытный Нико да Силва работал... Вы ставите опыты на да Силве? Да. Он болен лунатизмом, но он все еще агент Экскоп. И я уверен, что он согласился бы со мной, если бы мог говорить. Если это вернет да Силву, я с вами. А что, если это не сработает? Физически он не пострадает, но с каждой неудачей он будет уходить все глубже и глубже. Значит, сделаем все с первого раза. Попробуем. Так что мне делать-то? Я ж не хирург. Сестра Кэмпбелл выполнит все необходимые процедуры и поможет вам. А вы просто побудьте здесь и поговорите с ним, когда он начнет приходить в себя. А что говорить? Представьте, что вы будете спящего ребенка. Он заперт в мире снов, и вы должны вывести его оттуда, убедить проснуться. Может, ему просто шлепка дать? На меня в детстве это всегда действовало. Нет. Не стоит применять насилие и угрозы. Будьте мягче, постарайтесь вытащить его. Знаете, док, я не слишком-то мягкий. Наслышан, но из-за агрессии он может снова соскользнуть в мир снов. Видимо, мозаика выстроила в его голове весьма комфортную тюрьму. Кажется, я понимаю, почему лунатики не хотят возвращаться в наш мир. Это как сломать зависимость. Вы должны помочь им, но действовать жестко. Жестко, но не жестоко, иначе их не вытащить. И мягко, и жестко, но не слишком. Ясно. Абсурд. Приступим.
Если вы правы, все будет просто. Если бы все было просто, мы бы давно всех вылечили. Так, так. И че, куда? Куда идти? Не двигайтесь. Похоже... А че ему лицо не почистили? Время... пришло. Нет, только не сегодня. Он готов. Поговорите с ним. Ну давай, попробуем. И как, дружище? Прощай, Картер. Давай, Досилва. Пора просыпаться. Оставь меня. Пульс участился. Вы пробиваетесь к нему. Продолжайте. Давай, Досилва, пора вставать. Нет. Войне. Война идет. Хватит дрыхнуть, солдат. Нет. Хватит. Картер. Он уходит. Да ё-моё. Еще раз. Давай, Досилва, пора вставать. Нет. Войне. Все хорошо, войне конец. Можешь просыпаться. Хорошо. Я посплю. Чуть-чуть. Он уходит. Пробуйте да еще что? Раз. Давай, Досилва, пора вставать. Нет. Войне. Давай, Досилва. Ты же не хочешь проспать звездный час человечества. Да. Да. Нужно вставать. Продолжайте. Еще чуть-чуть. Верно. Интересно, как она определяет. Должен встать. Да. Проснись, ты станешь героем 0-10, Картер. Вот эту можешь нажать. Черт возьми, Досилва, ты должен встать. Должен. Должен. Черт, почти получилось. Думаю, он выдержит еще попытку. Верно. Надо просыпаться, Досилва. Должен встать. Да. Сейчас нельзя сдаваться. Картер, мне снился жуткий кошмар. Получилось, Картер. Он проснулся. Да, ну. Что случилось? Мы вам все расскажем, но сначала вас надо подлечить. Замечательно. Картер, я снова у тебя в долгу. Вам лучше молчать. Вы очень ослабли. Надо рассказать это Генриху. Круто. Отлично, Картер. Именно вас нам и не хватало. Зачем нам обогащать Иллирий до такой степени? Он слишком нестабилен. А, Уильям, получилось? Рассказывайте. Это было трудно и долго, но все получилось. Превосходно! Наше предположение верно. А значит, скоро мы придумаем решение и для масс. Очень надеюсь. Не хочу мило общаться с каждым монатиком в мире. Меня удивляет, что вы мило пообщались хотя бы с одним. Ну, за работу. Отлично. Сейчас отправим агента. Угу. Хреновые, я бы сказал, дела-то. Не случилось. Для меня было честью. Отправьте эти приказы об эвакуации. Агентов распределите по приоритетным объектам. Есть, сэр. Так, пока базарят, отправлю агентов. До вашего возвращения. Спасибо за ваш беспричинный оптимизм. Отправились, да. А, вот и карта. Личный ранность, считаем броне. Ух ты! 10.
Вот так вот. Агент Картер, мне сказали, что все готово. Да, сэр. Рад слышать. У вас час на сборы. И все? Картер? А речи? А проводы? Какие речи? Сами знаете, что на кону и какие у нас шансы. Да, сэр, я знаю. Вот и славно. Не сгущайте краски. Меня не так просто убить. У всех есть свой предел, но если кто и сможет выбраться, так это вы. Просто я довожу дела до конца. Именно поэтому я выбрал вас. Это все неинтересно. Ну что ж, друзья, в следующей серии мы полетим на космическом корабле. Спасибо за внимание. Пока.